Монтеки и Капулетти – это кто такие? Черт подери! А? Писатели. Похоже на архитекторов. Это народы. Вы ошибку допустили. Ай-яй-яй, неправильно. Мы вообще ни к нему подошли, вообще не понимаю, о чем вы говорите. Бывает такое, как белый лист перед глазами. Атя! Сегодня мы на Кубке европейских чемпионов по регби 7. Мы будем задавать школьные вопросы по литературе всем тем, кто здесь присутствует. И главному герою нашего видео Ивану Охлобыстину. Иван Охлобыстин против всех. Кто тупее, кто умнее, Иван Охлобыстин, либо все остальные приятные люди, которые тоже тусуются на этом крутом, прикольном мероприятии. Ю-ху! Поехали. Однажды в студеную зимнюю пору. Продолжение. Черт подери. А? Нам нужна хотя бы одна строчка. Мы вообще не к нему подошли, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Ну, это стихотворение, типа, продолжено, очень известно. Я не знаю его. Ну, вот. Я пошла. Сложно. Правда. Однажды в студенную зимнюю пору. Не помню. Я не помню, можете минус балл поставить. Минус балл, а кто хоть написал-то? Минус два балла. Хорошо. Пушкин вроде. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Из дома. Не помню. Вышел из леса и... Было. Такой было... сильный. И был. И было сильный вид. Что было? Вот ты выходишь из леса, и тебе очень холодно, потому что... Мороз. Я из леса вышел, был сильный мороз. Я из леса вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору, повозка груженая. Лошадка. Да? Лошадка груженая, хворост и воск. Потом я буду, типа, чтобы я сосмотрел на ютубе. Да, чтобы было да, стыдно, чтобы я готовлюсь к выступлению. Все хейтили тебя, да. Говорили, какой он тупой, да, пускай крутит свои шарики. Ну, короче, так это все и будет. Монтеки и Капулетти – это кто такие? Писатели. Что они написали, братишка? Имена. Это я понял. Ну? Похоже на архитекторов. Брехня! Может, баснописцы какие-то. Угу. Может, рассказывать. Как Моцарт и Сальери. Да? Да, брат? Да. Команды, наверное. Название команды? Да. По регби? Да. Да? Он Монтеки, она Капулетти. Я даже не могу национальность определить. Они любили друг друга. Монтеки и Капулетти. Да. Семьи враждовали и... Ну, рассказы какие-то писали, точно. Может, итальянской мафиози какой-нибудь? Может быть. Неправильно. Но мальчишка там один, он впарился в телочку, которая из другой семьи. Я не знаю. Не знаешь, да? Но эта подсказка ни о чем не говорит тебе. Ни о чем. Хорошо. Кто они, эти ребята? Ну, полагаю, влюбленные были по сюжету Шекспира. Все, я вижу, ты шаришь. Понимаю. Парень. Вы ошибку допустили. Я обожаю ошибки. О, хорошо, это ваш стиль жизни, я есть понимаю. Сплошная ошибка. Да. Даже так? Конечно. Приятно познакомиться. Я не знаю. Это Ромео и Джульетта. А, точно. Да, надо в Ромео и Джульетте Шекспира. Ну, видишь, какой умный парень с мячиками. Ромео и Джульетта. Две враждующие семьи. Это народы. Северные народы мира. Да. Ромео и Джульетта. Все, отлично. Раскольников убивает старуху, это вообще что такое? Это. Топориком всех порешал. Сейчас скажу. Нет. Раскольников. Топором. Ну да. Надо название, да? Да. В Санкт-Петербурге все происходило. Сколько времени есть подумать? Когда убивают, что это? Смерть. Вы имеете в виду, как на вас это произвело? Ну, какое впечатление на вас это произвело? А вот над этим стоит задуматься. Ты совершил преступление, и тебя за это должны немножечко... наказать. И это произведение называется? Ну, нужно, наверное, гуглить. Наказ. Ты уже все сказал, брат. Преступление. Преступление. И? И наказание. Да, красавчик, да. Братиш, конечно. Преступление, наказание. Ай, молодец, молодцы. Преступление, наказание. Правильно. Преступление, наказание. Кто написал? Кто-то. Идиот, кто написал? Мистер Достоевский. Окей. Преступление, наказание. Все, В
какое? Достоевский, «Преступление и наказание». Тем более. Балконский, Ростов, Долохов. Какое произведение их объединяет? Балконский. Не знаю. Что за произведение? Не знаю. Не знаешь? Я не читал это произведение. Какое это? Но я смутно понимаю, о чем идет речь. О чем же? Так я и сказал, что я смутно понимаю о произведении, о котором идет речь, а вы пытаетесь взять конец вот фразы эту и продолжить смуту, ее. Смуту хочется ее извлечь из твоего из русского из немождённого состояния. Просто люди заняты мероприятием, и бывает такое, как белый лист перед глазами. Да, можно им найти любое оправдание. Да. Война в 1805 году. Не знаю. Толстой написал. Не знаешь, да? Нет. Все, спасибо тебе, брат. Давай, счастливо. Окей, если я добавлю туда еще имя Пьер Безухов. А, это «Война и мир». «Война и мир», да. Ай-яй-яй, красиво, да. К сожалению, очень скучное произведение. Серьезно? Ну, действительно. Братиш, прочитай через 15 лет. Кайфанешь, отвечай. А вот над этим стоит задуматься. Ну, вообще их «Война и мир» объединяет. И больше военная часть. «Смок белью». «Смирительная рубашка». Произнесите первую фразу еще раз. «Смок белью». Не знаком с этим автором. Маленькая хозяйка большого дома. Зов предков. Вот это я тоже не знаю. Это романы. А, кто их знаю. Написал? Нет? Белый клык. Клык, да, что-то знакомое. Даша, помощь зала. Белый клык. Мятежная Эльсинория, морской волк. Ну, я, честно, не в курсе. Джек. 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 Ну, а фамилия как город в Англии? Лондон? О, зов предков, это Джек Лондон. Братиш, почитай, Джек Лондон, он бомба. Не Джек Лондон. Джек Лондон, да. В нашей рубрике победитель у нас я. Да, Иван Иванович Охлобыстин, победитель во всей этой рубрике.